Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Тиф, Тайф, не знаю кто он. Ну, в общем, про вора. Давайте продолжим. Я украл странную книгу из Дома Цветов для человека по имени Орион. Его еще называют Глаз Народа. Он считает, что может спасти город. Я не уверен, что этот город стоит спасать. Идите в крепость. Так. Ага. Давай, давай, ползем, ползем. Понятненько. Что мы тут видим? Блин, играю, что-то чужой вспоминается, чужой против хищника. Тоже там в этих катакомбах мухи. Так, а что у меня за задача? Цели, идите в крепость. Ну, хрен с ним. Ну так, я не уверен, что этот город стоит спасать, но люди тянутся к Ориону, даже Баса, и число его последователей озаренных растет, а особого выбора нет. Кругом барон, голод и эпидемия мрака. Кругом барон. Взламывай замки быстрее с концентрацией. Ну, концентрация для замков мне не нужна. Ну, кстати, в плане атаки, не знаю, ударов. Опа. Так, так, так. Да подожди ты. Мародеров, ты знаешь ли, тоже не очень особо-то любят. Так что можно. Кто-то где-то кто-то орет. Башня Сарумяна. Или Саруман, то, блядь, был-то. Башка. Пойдем. Опа. Блин. Так. Мне пока не надо за угол заглядывать. Блин, печка какая-то. Да. Был бы Бэтменом, было бы проще. Слетел бы. Кстати, надо Бэтмена сыграть там.
Какая-то часть у меня осталась. Мать его. Опа. Так, а зачем такие трубы? Что они там делают? Ага. Ну это точно не сюда падает. Точно не сюда. Давай. Складывайте ненужные предметы. Какие ненужные, например, какие? Не будет это моя идея, я бы сказал, слишком рискованно. Плохо на меня влияешь, Басо. Ага, значит, я, по идее, должен был сюда упасть. Давай. Ничего не происходит, ничего не видно, ладно. Давай. Вот оно испытание. Испытание. У меня же ускорение есть, точно. Так. На. Это какой-то поршень. Озаренных сотрясла крепость. Давай. И все же вот есть. Осталось найти, где он держит бас. Что за поршень? И главное, я зашел, он сразу перестал работать, падла. Сходи, может, узнай, Аркадий, что посоветует. Подожди, тогда по-другому пойдем пути. Машинное отделение. Блин. А какой надо-то? Твою мать.
Ни хрена. Что-то не понимаю. Я знаю, что она должна быть как-то отключаться. Ну как? Давай. Так, тихо. Ага. Надо. Ага, у меня в жизни уходят. Господи. Ага, вот так вот. Во вред своему здоровью. То есть я бы там так. Нет, вот. Вот так все легко и просто, как в Роланде Кросса. Найдите тюрем этаж и освободите Баса. Ну давай. Нет места. Подождите, подождите. Он что-то сверкает. Отдай сюда. Память о солдате. Ну, кстати, хорошее колечко. Хреново, конечно, что у меня череп изображен. Я не год. Так, где у меня телефон? Now, what do we have here? Крепость, мемориальные доски. Именем, так. Написать написали, все. Собирательство. Как я ненавижу это собирательство. Раньше его любил, по крайней мере, хотя бы в этом. Черные паруса. По картам ездить, собирать. Но тут за запись я прошел. Получается, без собирательств. Ну-ка давай-ка вниз. Не знаю, вниз, вверх. Вверх. Есть только один путь наверх. Так, за пленными. Так, а если они... А ты не спрятаться? Подождите, вот у меня сейчас очень большие сомнения вообще. Ага, все, дальше он не едет.
Понятно. Как это как-то вышибить надо или что? Стрелой. Ага, он и оружие не достает в лифте. У этого функция только одна хорошая, то что в темноте видит хорошо. Давайте смотреть, читать. Тюремная камера C. Так, Ворлд озаренный. Варварская порча баронского имущества, грабежи, заморен голодом, в кандалах, повешен до смерти. Так, о, руководитель бунтарской секты повешен до смерти, затем выпотрошен и четвертован. Ну, ни одного нет имени, которое меня интересует. Ресурсы. Метательный снаряд. После ликвидации гильдии стеклодув, большая часть бутылок годится только для использования в качестве метательного снаряда. Так. Все берем. Берем все. Так, здесь у нас что? Просто комната, без никто, без ничего и никак. Странно. Ладно. Допустим. Просто комната, без никто, без ничего. Милый Маркус, я боюсь за тебя. Орион кажется хорошим человеком, но озаренным меня пугают. Я не хочу, чтобы ты пугался, что ты так путался, что ты из-за тебя будут неприятности. Возвращайся домой, и мы снова будем вместе. Прошу тебя, любимый, береги себя. В нашем доме всегда будет гореть свеча за тебя. Элоиза. Да вроде пока не то. Блин, а в этом свете они не могут там это ужасти какие-то прийти-то, нет? А я бы запустил бы такую хрень в игру. Так. Печь. Здесь что, трупы сжигают или что? Скорее всего, да, как это, как у нацистов. Опа. Да, я его вытащил. Но тут не было людей. Спасибо, Гарт, я уже там чуть-чуть сходить с ума начал. Жалел, что рядом нет Дженнифер. Гарт, тень. Вот же сволочь, я всегда думал, что если кто-то ее и прикончит, то это буду я. Что ты задумал? О, стоп. Ты же не повелся на эти байки про самое прочное хранилище в мире.
Скарлетт, послушай. Тебе за риск ведь никто не заплатит. Дело не в оплате. Это вопрос принципа. Ну да, если вору брошен вызов, могу его понять. И Гарретт, если выберешься живым, в смысле, когда ты выберешься живым, я буду в покоях сирены в южном квартале. Хорошо, буду ждать. Отыщите большой сейф. Так, а вот этот робот, которого создавал, я бы хотел посмотреть, как он робота создал все-таки или нет, или ему какие-то надо задания выполнять. Стойте, пожалуйста, помогите ему. Если оно рухнет на нас, мы же платили стражи за защиту. А прихренул тут это, что случилось? О, паника, смерть барону. Мятеж. Господи, люстры сейчас, если вот эти бахнутся тут, реально там людей-то понадавят. Это что, каменные солдаты или что? Барон мечтает о порядке и эффективности. Если бы он лучше знал свой город. Смотрите, роботы собирают. Бля, вот такие роботы в каких-то играх. У меня есть игры такие, да. Типа электрошок, я не знаю, что-нибудь такое. Вот так. Отсюда уходит туда, оттуда сюда. Мать его. Оу. Честно сказать, я даже, когда я вором играл, у меня компьютер был маломощный, я до сюда не доходил. Да, на тот момент он у меня был слабенький, потому что первый компьютер я приобрел, если я не ошибаюсь, 2007, наверное, год, 6-7 год. И более-менее усовершенствовал его в 2010 году. This might be a really bad idea. I'm gonna need bigger lockpicks. Нужны отмычки побольше, отключить механизм замка. Да подожди ты. Механизм замка. Я уверен, вот отсюда повыскакивают откуда-нибудь сейчас. Так. Ладно. Ну, за наш успех. Как там воры пьют, я не знаю. Конечно, банки не грабил. А по киношным они пьют до, после, а иногда даже во время ограбления. Поэтому не будем отставать от общепризнанных правил. Thank you.
reset the lock, I have to press both buttons before the timer runs. Чтобы сбросить замок. Так, еще разок. Бля, я прослушал. Откройте большой сейф, введите комбинацию. 31-98. Ну-ка еще разок. Бля, ресурсы какие-то опять. Зазубренная стрела это мощная атака. Стрела наносит увеличенный урон и лучше пробивает доспехи благодаря тяжелому зубу. Так, мне, господи, мне не об этом думать надо. Документы. Так, 4 глава. Шифр большого сейфа. Так, не то. Это 11.98, ну-ка. Блин, а может мне в другую надо? Восемь, девять, один. Так. Что-то не так. Где-то что-то могу упустить. Комбинация. Слишком легко и просто. Надо. Где-то, блин, достать комбинацию. Кто-то что-то написал. Так, минутку, подождите. Так.
Может, по приборам как? Круто. Документы. Берем через одну. 319018. О. Твою мать, это кто? Didn't you know, Garrett? Алчность, грех. А это тот, которого я не завалил. Ты заслужил наказание за грехи. Но алчность мне знакома, друг мой. Ты упростил мне задачу. Осталось лишь заманить тебя сюда. Он неплохо стреляет, кстати, из арбалета, смотрите. Видишь ли, я знаю тебя лучше, чем ты сам. Утром ты будешь болтаться в петле, мастер вор. Стража, держите эту крысу, переростка. На хрена с лысого. Basso was right. It better be the trickster's own gold teeth in a jar inside this thing. Feel his eyes on me. Блин. Ага, во, подожди, подожди, я так могу ни хрена повыносить, а стоп. Так, ладно. Ready for anything. Вот так вот. На. You bested my men. What's the matter, coward? Afraid? Eh? You can't run from me. What?
There's no escape! How did he do that? Так. Прекрасно. Ладно, я иду еще съем. Так. Чем охотятся за ними? Так, я же не Бэтмен здесь. Был бы Бэтмен, конечно бы. Но вы трофей, браслет на яку. А, кстати, да, их сколько-то? 6 штук. У меня пока только 2. Tries again, I'll be ready. Stop! By order. И вали его, козла, он причинил нам много зла. Так. Нет, мне надо еду. Я уверен, она где-то здесь должна быть. Вот так. Вот теперь все нормально. Вот теперь я молодец. Так. Все, ладно. Идем, блин, кто-то музыку слушает, нахрен, падла вонючая. Так, какой у нас там был? Трофеи, браслет на якову, это у нас, да. А, так они еще и разом, ну, просто камни другие. Документы, глава 4. Так, 018. Подождите, я пивка себе налью. Пивка для рывка. Через одного. Вот так вот. Сегодня хорошо поработал, поэтому хорошо попил. Это чё? Что было-то? Какой-то блеск. Удерживать её, наблюдай. Цветок. Ну и
Вы, мерзкие дети, будете слушаться или отведаете хлыста. Что за санитарки? But underneath all the noise lie the whispers. Давай, где ты? Follow me, Garrett. Так, за всеми звуками слышится шепот. Иди за мной. Иду, солнышко, где ты? Вырастешь сильным, нет никого, кто бы помог, чтобы помочь тебе. И никого, чтобы поддержать. Потому что отпустил меня, Гаррет. Ты был мне почти как брат. Мы постоянно спорили, но Саша, брат, всегда прав. Я пытался помочь, но ты не слушала. Я знаю. Я заставлю их замолчать. Я хочу заснуть так, как ты. Я что-то забыл? Норкрест, он здесь. Хочешь узнать, что произошло? Приходи в приют, в мой рай хранят тайны, которые все хотят забыть. Давай. Ты хочешь меня спасти? Ва! Давай, укради его раньше. Ты не раздумывал. Я украл странную книгу. А, ну это было... Это было неожиданно. Но во всяком случае я живой. Надо вернуться в часовую башню и все обдумать. Твою мать, что я украл с большого сейфа? Вот вопрос вопросов. Готово. Так, статистика ценных трофеев. 3 из 6 всего украдено золоте. Добыча найдена. Так. Карманные кражи 0. Взломанные замки 3. Оглушений, подозрений вызвано. Обнаружений, убийств. Продолжить. Да, не идеально, конечно, сыграл, но все же. Где у меня? У меня в трофеях-то вон браслетики есть. Вон, 2 целых из 6 нах. Позорище. Мог бы и побольше. Да. Табличку только сорвал там. Ну, это... Да. Табличку. Опять? Кто такого товарища? Seems the Graven mob has had enough and is out to kill anyone who isn't one of them. That includes me. Best to avoid any confrontation. Ага. Рехнулись. Да я им помогал. Лучше им не попадаться. Oh,
Так. Надеюсь, я через тебя выйду. Every night it's the same. He stumbles home drunk. He takes whatever he can get his hands on. Then he... Uh-huh. He pawns it off to pay his gambling debts. Oh, the watch Libby. A taste of their own law tonight, Libby, brother. Where's mother's wedding ring? He tried to take it last night while I was asleep. I was so scared, but I just pretended. When he passed out, I climbed into the balcony and hid it in a crack by the chimney. God's willing, he'll never even remember I had it. Oh, Libby. Уходим. Лапа-то перебинтована. Давай. Пиво кончилось. Weather's turning. The Iron Tyrant, a taste of his own progress. This gloom is everywhere. Вот так. Now, what do we have here? It didn't seem to do anything. А таких сколько? 4, по-моему, или 5 должно быть. Still here. I can smell shit all the way from Dayport. Ну вот так вот. В общем, решил я проблему. Так, а как мне вас узнать-то? Стеллы эти стоят маленькие. В разных участках. What are you doing out here? Waiting for a storm that'll wash all this away. Ну, давай, уходим. Уходим под воду. А если попасть, локаторы взывают. Спасите наши души. Так, минутку. Блин. Да уходи. Только не в мою. Только не в мою.
Keep your eyes open. Moving shadows could be trouble. Ну где вы? Then let's keep looking. Я не понимаю по-английски. You won't slip away from me. No one. It's probably gone for a while now. You may be right. Let's not take any chances. Вот так. Так. I hope he didn't leave. Я уже здесь бывал, да? Не будем вас мучить. Совет, чтобы сменить темп игры, попробуйте режим испытаний, сравните результат с показателями друзей. Этих друзей. Да, в музей. Так думаю, две главы даже пройду. На. It's cold out tonight. Вот так. Теперь они, да, за место стражи. Все верно. Пойдем, здесь мы уже были. По одному маршруту идем. Ушли в локацию другую. Кстати, локация другая. Сталкер. Сталкер надо будет сыграть. Находясь за укрытием, вы сможете высунуться, посмотреть. Могу я пройти? На хрен остав. И прошлый раз не смог. Проблемка.
You're eel meat now! Бля, вообще не то. Охренеть. Какой нахрен я вор? Я какой-то мясник. Хотя можно переубивать их, конечно. Guess what I saw in Tracy's attic yesterday. What are you doing up there? Playing a bit of How's Your Father with a Night Maid. But listen, she is a monster painting. I doubt it's real. Давай. Свинтим. Или свинтим, я не знаю, как правильно. Свинтим — это когда убегаешь. Свинтим, значит. Вот здесь где-то еще была табличка. Когда-то в свое время. Да. Заходим. Нам надо побеседовать или что? You look almost human, Basil. If you can survive what they serve here, you can survive on anything. How's the hand? Sore. Читайте. Like your pride, I'll bet. That shit bucket needs to get what's coming to him. I need a favor. Oh? You still have your boat? Oh, I'd get a room here if I were you. Find yourself a nice gal and bed down until this whole thing blows over. I need to do a little research. It's about Aaron. Well, what is a carnival with no attractions? Guys that lift her prices. I need to get across to the Moir Asylum. Just let me know when you want to go. I'll be there. I'll be a penniless joke. The worst kind. If you're looking for extra coin, I got some jobs you can help me with. Best contracts in the city. Нет. I'll be right here in case you change your mind. Вот ты мне нужен. For all your nefarious needs. You know where to find me. Ну давай. Сваливаем отсюда. Да. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Бьется родная в экстазе пылая. Владивосток 2000. Да. Заказы клиентов — прекрасный способ заработать. А, ты готов? Готов. Я вдруг вспомнил, почему ненавижу лодки. Да, но я ненавижу плавать, так что залазь. Нет, на веслах буду я. Из тебя гребец, как из меня танцор. Давай. Зарядка тебе не помешает. Так, из-за вмешательства генерала я чудом сбежал из крепости, моя рука тому порука. Но обнаружить в большом сейфе осколок камня Примали было неожиданностью. Я не вспоминал о нем с того несчастного случая. Вообще трудно о чем-то думать, когда кругом призраки и озаренные. Что там сказал Эрин в моем видении? Не успел прочитать.
So, what does Aaron? Какая связь между Эрин и Мойрой? Пока еще сам не знаю. Do you believe in ghosts? Ты веришь в привидения? Spirits. Духи. Но когда мертвые возвращаются и донимают живых людей, карают их за все грехи. Ты думаешь, Эрин тебе вернется? Не знаю. Наверное. Я помню ритуал. Потом какой-то взрыв. Эрин погибла. Никогда этого не забуду. А все остальное пропало. Эй, Гаррет, брось! Я же знаю, как ты стал рисковать жизнью ради Дваки. Она сама накликала беду. Где-то здесь сокрыт ответ. Я это чувствую. Со временем бунта здесь воцарила странная тишина. Кто-то из пациентов сбежал. Несколько лодок приплыли сюда. Ни одна не вернулась. Гаррет. Гаррет. Не знаю, что ты здесь хочешь найти, но будь начеку. Don't become a ghost yourself. Сам не стань призраком. Been a ghost all my life. Я так и был призраком. It's been a long time since this island had a good reputation. У этого острова уже очень давно плохая репутация. Я ее не смогу испортить уже больше. Давай. Это психиатрическая больница. Откручивай давай. Good find. Трофеи. Блин, я вот, кстати, раньше, когда давненько играл, знал, где находятся все эти стелы, с которых все таблички собрать, кнопки нажать. Seems someone's expecting. Я на него смотрю, он на меня. Прекрасно, тебя тут, тебе тут не место. Эйрин, это приют проклятия. Эйрин was here, and the female ward is probably a good start. Опа, документ. Нет посетителей, не посетителей. Приняла лорда, так, своего покровителя. Смотрим. Давай. Открываем, забираем. Приняла пациента 18, молодая женщина по государственному направлению, доставлена под охраной, состояние средней тяжести, многочисленные ссадины и сломанные кости. Одурманена, без сознания, мне предписано поддерживать это состояние в связи с крайней агрессивностью пациентки. То есть ломать ее постоянно. Переведена в женское отделение, центральный изолятор для наблюдения и лечения. А что меня кровожадным называют, блядь?
забрал. Так. Здесь чего? Надо все собирать. Иначе никаких властей не напасемся. А самое хреново, если мы бумажку не пропустим и все, и потом будем бегать, прикуривать. Так. Будем искать. О, документ. Пациентка 63 выбирается из изолятора и баламутит мужское отделение. По-видимому, она пользуется вытяжку душевой. Мы заделали выход. Время покажет, была ли эта мера успешной. Так. Сюда. Я обратила внимание на твои частые отлучки. Я знаю, что смены в исправительном отделении давят на психику, но мы должны сделать все, но надо звичься. Я также заметил, что ты хромаешь. Попроси доктора осмотреть тебя. Мне вообще туда, да? Какое-то новое крыло. Так. На дверях архивариуса установлены двойные замки после того, как начали пропадать припасы, как они то вот так перевал память так 7-2, что вот здесь. If you got hold of this key, send a thief to catch a thief. Пациент 16-14, пусто, так. Блин, даже не знаю, так, по идее, мне что здесь ходить-то? Кого искать? На свою голову, что ли? Так, были устали. Так. Ну ладно. Блин, спать хочется.
Так, ладно. Немного осталось. Пациент 20 делает выдающиеся успехи после пятак. Ну и что смысл для классного? What was hidden must be uncovered, no? Так. На психику мне что-то давит, или реально кто-то тут есть? Не будем так забывать о том, что уход из психиатрической больницы. Так, взять, к примеру, мастера вора, характерного героя нашей. Ага, вон он, что, Михалыч. Давим на минутку. Ага. These are the Baron's locks. Это замок. Так. What's so important? Ключ от женского отделения перемещен на мой стол в мужском отделении. Танцовщица прокралась к столу, украла ключ и дразнила им лингвистку. Если ключ вам нужен, что едва ли, приходите ко мне, когда я не на вахте. Looks like I need to have myself committed. Voluntarily, of course. Так. Ну не туда сейчас. Давай, быстрее. Кого я там хочу увидеть? Так, трофеи. Табличка. Ресурсы. Т.
Так, найдите ключ в мужском отделении. Найдите в женском. Идите в женское отделение. Так. Ни хрена себе оглушить 12. Так. Убить, оглушить. Мужское отделение. Подождите, а я же здесь ключ забирал, вот здесь вот, вот здесь вот. Не надо мне тут ля-ля. Вводит меня в заблуждение. Давай. Нужен ключ. Ладно. Это? Доступ к письменным принадлежностям. Письменные принадлежности можно использовать только под строгим надзором. Так. Документ опять какой-то. Голос становится все громче, когда я подхожу к ней, они начинают кричать, мои руки так трясутся. Ни хрена себе, 42. Где у меня телефон? Вот. Кто там? Вот так, открываем. Да не то. Блин, блинский.
Там где-то что-то искать надо, лазить, что ли, я и понять не могу. Так. Здесь мы были, здесь мы собрали. Еда. Ну, у меня вроде все максимум. Это за едой спускаться, все понял. Найти ключ. Да не то, карта мне нужна. Надо бумаги читать, да? Я что-то не совсем здесь могу понять. Что надо найти. Так. Вот это, как понимаю, ключ. This should get me into the female ward. Так, это что? По коридорам не шататься, в палатах не шуметь, все двери должны быть закрыты. Там смотритель был. Ключ какой-то странный.
Так. Все проверим. Мы тебя видим. Так. Ну, что-то я вам, наверное, не советую в это играть. Может, здесь остались какие-то записи, на которых можно узнать больше? Найдите архив приюта. Ну что ж, на этом, наверное, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Ну вот как мы будем проходить, узнаем потом. Пока!